Пятничный вечер 25 апреля во Дворце культуры «Юность» звучали песни и поздравления, слова благодарности и признательности. «Саянс Химпласт» чествовал работников своего предприятия, тех, кому в нынешнем году присвоено почетное звание «Ветеран труда Саянс Химпласта». Глядя на вас, не скажешь, но люди еще полные сил, энергии, задора. И я скажу, что благодаря вашему профессионализму, вашему труду наше предприятие успешно, устойчиво работает и развивается. И я хочу от имени руководства предприятия выразить вам всем искреннюю благодарность. Спасибо вам за ваш труд. Я надеюсь, что мы будем с вами еще долго-долго трудиться на благо родного предприятия. 1370 ветеранов «Саянс Химпласта» трудятся сейчас на предприятии. В 2014-м звание ветерана присвоено тем, кто пришел на предприятие в смутные 90-е. Во многих сферах деятельности в то время царил хаос и неразбериха, и люди самых разных профессий связали свою судьбу с химическим предприятием. Тогда казалось на непродолжительное время. На самом деле вышло на долгие десятилетия. Вот сегодня люди, которые собрались, да, они на Химпласт пришли работать, это конец 93-х, начало 94-х годов. Вот это как раз то время, когда начались несвоевременные выплаты, заработные платы, а потом последовал сам вот этот серьезный период, когда производство было на грани остановки и останавливалось. И вот благодаря этим людям, вот их самоотверженному труду, тому, что они вот в этот сложный период не ушли с предприятия, а продолжали работать, прошла реконструкция на предприятии, модернизация. И сегодня предприятие стабильно работает. Вот я всегда с глубоким уважением относилась к тем людям, которые не бегают с места на место, которые вот пришли с института, с техникума и вот стабильно трудятся на одном предприятии. И какие бы сложные времена не были на предприятии, они верны своему предприятию. Это самые надежные люди, опора предприятия. Вот я как кадровик с глубоким уважением к ним отношусь. И вот они сегодня, именно вот эти люди собрались в зале. И хочется им сказать спасибо. Я геолог сам по образованию, и мы работали по договору здесь, на заводе. Ну и предложили работу, я так и перешел. Геологии тогда как раз трудные времена были. Только договорные работы. Столько лет прошло, не жалеете о том, что... Да нет, нет. Наоборот, сейчас наше предприятие именно такое успешное, развивается динамично. Поэтому, конечно, нет. Я по образованию геофизик, ну и появился тоже в 93-м году на Химпласте. Тоже и маленькие стечения обстоятельств, то же самое. И как раз здесь открывалось новое нужное дело, экологический участок. То есть и в свое время, когда-то геология стала маленькая, свертываться в эти 90-е годы, а здесь открывалось как раз геоэкологический участок, появился фронт работ. Вот я здесь появился таким образом. Также работаю геофизиком и занимаюсь своим любимым делом. Вот так вот жизнь иногда заставляет. Разворачивается на 180 градусов, и человек со школы приходит на химическое производство и работает там больше, чем работал в школе. Вы по профессии? По профессии я учитель географии. Что вы оказались на предприятии? Было трудное время. Получили квартиру, пошла работать на завод.
Вот. И все. Столько лет отработали, в принципе, все прозаично. Сожалений нет. Сожалений нет. Коллектив у нас прекрасный, потому что ну, 20 лет уже, и многие по многу отработали там уже, как бы сложившиеся. Вот. Как бы сожалений нет. Разрешите мне от себя лично, от профсоюзной организации нашего предприятия поздравить с этим замечательным событием в вашей жизни. Я пожелаю вам в дальнейшем жить так же активно, динамично, быть бодрыми, умными, профессиональными, такими же молодыми по-ветерански, как сейчас. В нынешнем году 87 работников предприятия в торжественной обстановке получили удостоверение «Ветеран труда Саянскхимпласта» – знак особого уважения и признательности. Ведь вручается он тем людям, которые проработали на заводе и в структурных подразделениях «Химпласта» 20 и более лет. 20 лет – это не просто круглая дата, 20 лет – это целая эпоха. Эпоха кропотливой работы, эпоха достижений, разочарований, эпоха побед. За этим юбилеем стоит труд профессионалов, труд работников, талант руководителей, опыт руководителей. Сегодня Саянскхимпласт занимает лидирующие позиции на рынке и по праву считается крупнейшим российским производителем ПВХ. Знание специфики отрасли, многолетний профессиональный опыт и сплоченный коллектив – вот залог успеха нашего дела. Вечер чествования ветеранов предприятия открыл череду праздничных мероприятий, посвященных Дню химиков, которые пройдут на Саянскхимпласте в городе в течение апреля и мая.